Всем привет! У нас сегодня в Германии Пасха, и посмотрите, что у нас горит камин, потому что на улице стало очень холодно. Сегодня у нас 4 градуса только, а на неделе было до 25. Вообще такой перепад погоды, что аж все дети простыли. Андрей простыл, Юля сопливит, Лиза сопливит, и в доме прям так неуютно было. Вот мы затопили камин. Теперь так хорошо, тепло. Сейчас будем красить яички. Все, хватит. Сейчас они нагреются. Лиза тут тоже помогает нам, да, Лизуш? Ты тоже помогаешь? У нас на улице тепло было, и комар вот прям залетел в комнату и ее укусил. Я еще удивилась, так рано комары в доме летают, блин. Вам надо будет так крутить, да? Das Ei muss heiß sein. Да. Все, почти уже готовы. У нас тут такой творческий бардак. Ну-ка, что ты там нашла? Яйца? А я? Лиза, ты тоже нашла айхин? Ты яички нашла, девочка моя? Нашла. Что он вам там принес? Мармелады. Нифига себе. Ты сосна? Богатый заяц был какой-то. Лиза даже не поняла, что к чему. Да, Лиза? Ну-ка, дай Лиза яичко. Покажи ей яичко. Что такое? Скажи, как его едят? Ага. Открывай. Посмотрим, что в твоем яичке. Они такие интересные, эти LOL, да? О, Лиза. Лиза сразу за шоколад. Что там, Лиза? А, малыш. А, нельзя это кушать тебе. Фу, кака. И что это за лоль такой? Новый? Оста, ой, лоль. Ну-ка, покажи, нифига. Я
Айс. Айс? Покажи. Куколка какая-то. Покажи, дочь. Дай посмотри. Нифига. А вот эти Анцюги какие. Dieser Rock, Jolen, Oberteil. Сними просто. Лиза, куп нас. Это, убирайте, а то она сейчас вас съест. Сейчас хочу вот эти все дрова вытащить. Мы их не вытаскивали, как заехали. Это уже 5 лет, как мы построились. Надо все вытащить. Видно, тут пыль. Пыли много очень. Там все их пыль. Сейчас вот видно, что они все пыльные, прям паутина. Может, даже там кто-то живет, потому что там иногда такое вот пощелкивание. Я думаю, может, какие-нибудь жучки там живут или просто дрова сохлись. Сейчас все это дело буду вытаскивать и протирать пыль, все убирать, пылесосить. Все вытащила. Смотрите, сколько там грязи. Вот такие дела. Сейчас я все пропылесошу и все буду заново складывать. Посмотрим, получится у меня так же или нет, как было. Вытащила я эти все дрова, и так как я предполагала, что в этих дровах кто-то живет, я их все проверила и посмотрела, и под вот этой корой, да, там такие мелкие прям опилки, видно, что кто-то их поел. Ну, это вот этот, я не знаю, кто это, червяки или жуки, которые вот едят дерево. Вот они прям там некоторые полностью уже были все съедены, да, под корой вот эта вся часть. И такое мелкая-мелкая такая пыль прям от дерева была. Вообще говорят, что эти жуки, они очень такие опасные, да, если в доме есть что-то деревянное, то они могут перейти и начать вот это все грызти. Ну, я так все хорошо пропылесосила, надеюсь. У нас, в принципе, такого настоящего дерева в доме пока еще нету. Только вот эти, что дрова лежат в камине. Надеюсь, что никуда они больше не перелезут. Провозилась я, конечно, с этими дровами немало времени. В принципе, пыль, это все протереть-то это быстро, а потом вот скласть опять это все на место. Я сначала начала, у меня почему-то ничего не получалось. Пробовала, но кое-как собрала. И в конце концов меня сверху не хватило. Хотя до этого у меня почти все до конца было заложено дровами. Не знаю, как так получилось, но видно, в этот раз я намного лучше сложила, чем до этого. Собрать я собрала, только мне теперь не хватает почему-то палочек. Наверное, очень хорошо собрала. Тут еще такую одну бы надо будет посмотреть на улице, может, где-то есть. Ну а на сегодня я буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока.